Здравствуйте, доброй ночи. Практически все вообще, в принципе, знают, в какой стране проходит Кубок Америки, кто его... Blackburn Rovers воспитывался в Ноттингеме, а родился вообще в Стоке. Начнем проверять уже сейчас в плей-офф. Мы говорили, на самом деле... Как раз Венесуэла и Боливия турнир покинули, а Эквадор пролил. На левый фланг решались направо, и в центр сместиться оба гораздо. У Бразилии привычная схема с двумя опорными. Соперника любого может истязать, пускай в своем... У нас в полуфинале ждет Классико де Пасифико. Признак той ротации Тита, которая не пощадила никого. Даже Неймара, в конце концов, 2014 года. Это... Бразилия выставила такой полуторный состав. Все равно этот полуторный состав... Это страсть... Это эмоции такого... Начнем с бразильцев, наверное. Эдерсон, 23-й номер ворот туре против Перу. Вот сейчас место в плей-офф занимает. И защитник, который мы анонсировали, Франсиско Сиральдо, 6-й. 17... Славная чилийская история последних 10 лет связана с, например... Здесь нарушение правил. И Алексис... Аккуратно по плану, по правилам. Ну, сам было смотреть на Чили, они проиграли 0-2 Парагваю и вообще... Дисциплинированно, они не приглашают парикмахеров в номера. Чили в своем духе устроили пирушка в полуфинале. Неймар! Как подачи, так и прямые. Если он, конечно, на поле, подача Неймара хорошо улетит в вратарь. Вместе с Винлайн и вместе с нами на этом матче. Была бы более понятной. Алексис Санчес делает заброс. Плюнул во Франка Райкарда, и при этом Лустау показал красное попадание на чемпионат мира. Как раз тот же самый. 90-го года удар по вар. Ну и договорю уж про Хуана. Хуан Карлос Лустау — это отец по стадиону. Ну, в общем, местную кухню знает. Сечет. Тому домашнему чемпионату мира. Ну, кстати, Люба Шарлисону досталось. 10-й минуте, но вот он снова в составе. Заживает как на собаке. Неймар, штрафной, а куда же... Казимир, налево. Здесь можно музыку из Монти Пайтон включать, потому что футболисты сборной в игре, хотя на самом деле в прессе писали, что может и не выйти на этом турнире уж. Может быть, Санчеса бы и не выпустили, хотя все-таки с другой стороны лидер. Войска и мяч, подача в штрафную. Алексис Санчес пытается... Неймар. Подхватил мяч, передача в свои руки и планомерно Чили душить, по крайней мере, напора. И на Варгаса заброс. Варгас летит за третьим мячом на этой копии. Ну, сработало правильно, что уж там. Да, Варгас чуть раньше ускорился, но передачу отдавал Алексис. Тех голах, от немногочисленных которых, это тоже офсайд. Это офсайд. Да, и Чили практически всегда были Брэрритон и Варгас. Они, можно не возмущаться, сверху было видно очень хорошо. Дайте ему разгуляться. И подача есть! Которые преподавали гимнастику. Но это тот момент, когда можно сказать, что... И Фермина, ну, чуть-чуть не... Так, можно... Двое и еще один. И что это значит? То есть он подчеркнул. Сейчас позиционно возвращается очень четко назад. Перекрывает... Диабри Шарлисона. Нет, все-таки, наверное, подножка здесь была. Мне сначала показалось, что изначальным единоборстве вот за это... Или... Неймар, это подача, и до удара дело не доходит, хотя Маркиниус выпрыгнул высоко, и хорош. Дин Варгас, а он все равно один в один, удар поворотом с острого угла, Эдерсон. Фубрал. Воодушевляющие финты. Ему, нет, Мена, который бежит по левому флангу своему, но уже не так важно, потому что... Дальше Данило, Данило подходит штрафной, и потом уже, конечно, потому что в центре откровенно недополучают мяч, и Видаль... Подача Неймара. Подача. Хорошая, сильный удар. Чувствую в плане верховой борьбы. Удар поворота. В девятку было бы круто. Ну, по девятку не так легко. Но бывает выловить этот мяч. Мена. Подача. Произошло, да? Так... Была команда, которая звезд с ним не хватает. Мяч изо всех сил. Причем сделать это красиво пяткой. Здесь Фермино, Габи, Жезус, Неймар. И Бразилии. Казимиру отыгрывает назад, и что, носом... Плюгавенький совершенно. Мяч бывает не перелетный. Вообще очень нравится Неймар, но вот подачи со штрафных... Поп убрал, второго убрал, третьего убрал и нанес какой-нибудь шикарный удар. А сейчас простадает. Надо было еще секунду хотя бы подождать, вот переплести с телами с... Во. Сьерральта. Мена. Еухенио Мена.
не туда Фермина. Значит, впереди толком никого, и приходится Габи Жезусу смещаться и бить Габи Жезусу. ...на части атаки. Я-то хотел при ее развитии похвалить чилийцев за то, что они... ...расстояние... Передача. Может быть, и так-то мяч не шел в створ ворот. Чили включает прессинг. Неймар. Подача. Выбивается мяч. Арангис. Удар в этом матче от Пульгара. Арангис. Навес. Иногда нам это нравится. 0-0 по итогам первого тайма Бразилии. Но Алексис классно играл. Алексис ускорял атаки. Взрывал их. А вот сейчас Пакета! В белой форме как раз. Вегас и Лукас Пакета. 3 и 4. Да, здесь Вегаса убрал с пути Лукас Пышный футбол. Раз, два, и здесь Пакета продавил. И посмотри, в этой жоге, в этой атаке и сходу бразильцы забивают. А тебе, видимо, их действительно не хватало. То смотри, как бразильцы отпраздновали этот успех. 10-й. Как удобно с бразильцами, да? В два раза меньше перечислять. Вау! Еще и Габи Жезусу, потому что психологическое состояние его нужно явно сейчас оценить. Но это человек не из искусства капоэйра. Но это не похоже на капоэйра. Копа Америка, потому что в следующей программе вы увидите... ...у него, боже мой! А как же можно так на мяч? И давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой! А я еще не увидел, что... Да! 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 И дальше в центр. Пульгар. Пульгар... Пульгар, разбег, выстрел по воротам. Стандарта, потом ждем еще и победы 2-1. И с Эквадором они обменялись голами. В том, как играет сборная Бразилии в 11 человек и в 10. Ришарлисон. Ну, предумышленно, вот прихватил Сиральд. А, он еще случайно задел по лицу. Низом, центр, Брэротон. Вот твой Брэротон пока в оттяжке играет. Климатизация Брэротон Диас. Ладно, давай чуть попозже. Подача и... Да, причем сразу три игрока сборной Чили оказались в офсайде. Сборной Чили. И как раз-таки у Варгаса, кажется. Он выскакивал там на дальнем... Сохранить вот эту чилийскую железную стойкость. Он, кстати, прямой побежит просто с ним к вороту. Ну, я пару раз видел на копе. Такое. Вступая в счете. Так близка сенсация. Неймар. Вот он, кстати, забег по прямой. По кратчайшей дистанции. Успевает за ним Гарри Медель, не уступает ему в скорости. Неймар. Прострел, что Неймар получает мяч на фланге. Сместился налево и прокинул мимо Сьерри Мадонны. Вот, а Мена это... Ну, я не знаю. Удар Брэдон! На самом деле, вот что-что, я уверен, что в Блэкберне это этому обучают очень здорово. Попадает в штрафную. Брэротон с такой дистанции. По защитника. Ох, здорово. И дальше бежит Варгас. И еще можно. Арангис паны получше. Неймар центр. Неймар уже не Неймар. Нет, пока. Играет через партнера. Заброс вот теперь на... Хорошо разыграли угловой. Можно подавать из удобной позиции. Мягко в штрафную набрасывать. В атаку Лоди. Сам пойдет, похоже. Ой-ой-ой. Пошел центр. Пошел центр Неймар. Неймар, Неймар, Неймар. Заработал штрафную. Обошлось. Просто хороший такой плеймов. Два коридора между двух футболистов. Но Неймар, конечно, будет бить. Плохой удар в серии после матча. Свисток звучит.